надо сердцем гореть и с молитвой искать, твердо верить и веру отцов не предать. Надо душу свою по частице раздать и награды за жертву такую не ждать. Словно данка сердце достать из груди, освещая дорогу во мраке идти. Прими, как жизнь. Детство росла без родителей, ласкалась, как котка всем, соседям в деревне любимой, то к солнышку, то к росе. Смоленщина, русское поле, кладбище, дом вдали. Четыре девчонки-сиротки в деревне родной росли. Отца расстреляли фашисты на глазах у большой семьи, и мать умерла от голода, дети остались одни. Все было в сиротском детстве, голод, холод и зной. Никто не погладил девчонок маминой нежной рукой. Не осталось у них защиты на этой грешной земле. Погублено счастье дед в той далекой суровой войне. Написала, что я работала всю жизнь с раннего детства. После смерти мамы я уже носила воду и поливала огород 5 лет. И даже в колхозе собирала колоски для колхоза. Голод был в стране, но люди выживали. У меня 2 дочки и сын. Мы счастливые. Дети всегда учились на отлично. Внуков 5 человек. Много фотографий. Месяц мне 81 год, но я стараюсь держаться, всегда веселая, очень люблю природу, кормлю птиц, люблю цветы выращивать. Еще, Ван, ну на рекорд, еще 5, давай, Ма, ради детей, ради детей. Я у него работаю продавцом, консультантом. Желаю всем здоровья и любви. Любви. Наша страна богатая, красивая. Она правильная. Браво, класс. Стукнуло в голову стихотворение, а написать было не лучше. И вот так вот на этих чистых листах дети писали, вот на этих полосках. На 80 лет дети меня отправили на Кипр. Я была счастливая, меня они поздравили по радио. Как найти человеку свой жизненный путь? Как не струсить, не сдаться, назад не свернуть? Нужно сердцем гореть и с молитвой искать, твердо верить и веру отцов не предать.